Новая группа из 12 нелегальных мигрантов в понедельник высадилась на британский берег на юге графства Кент. Миграционным властям пассажиры надувной лодки сообщили, что бежали из Ирана. На этом фоне глава МВД Великобритании Саджид Джавид провел экстренную встречу с представителями службы пограничного контроля, Национального агентства по борьбе с преступностью и других ведомств. Между тем, в организации Международной амнистии уверены, что Великобритания может без проблем принимать еще больше просителей убежища. В глобальных масштабах Соединенное Королевство почти не принимает беженцев. Даже по европейским стандартам их не так много. Франция принимает в два раза больше, но ее точно нельзя назвать страной, которая предоставляет убежище большому числу мигрантов. Начиная с ноября, суда береговой охраны Великобритании и Франции подобрали около 300 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш на надувных лодках, чтобы попасть в Великобританию. При этом свыше 80 человек были задержаны на прошлой неделе, и Джавид назвал сложившуюся ситуацию кризисной.